Теперь все новые ролики выходят раньше в моем сообществе ВК. Всем привет! Меня зовут Влад А4, Глен Риви. И, ребята, сегодня мы снимаем ролик «Большая, средняя, маленькая пачка челлендж». Прошлый ролик на эту тему набрал 42 миллиона просмотров. Вы вообще вдумайтесь в эту цифру. 42 миллиона просмотров. Ну, раз вам эта рубрика понравилась, мы подготовили вторую часть, где будут совершенно новые пачки. Ну, а перед тем, как мы начнем, я хочу вас кое о чем попросить. Взгляните на вот этот вот скриншот. Видите? Это 100 самых популярных каналов мира. И канал А4 находится на 44-м месте. В этом рейтинге канал А4 это единственный русскоговорящий канал. Все остальные каналы бразильские, американские, индийские. И все они обгоняют нас. Ребята, предлагаю вам тоже вступить в эту гонку. Давайте наш единственный русскоговорящий канал поднимем еще выше в этом топе. Может, когда-нибудь обгоним вообще всех. Но это если только вы лениться не будете, кнопочку будете нажимать. Ладно, думаю, вы подписались. А мы начинаем ролик. Итак, взгляните на экран. Там крутится барабан. И как только я нажму эту кнопку, рулетка остановится. Гленту большая пачка, мне средняя, а Риви... Ну почему я? Маленькая мармеладка. Несите! Вау! Глент, я замираю! Обалдеть, какие они огромные! А можно потрогать, что это? Это жилешка настоящая. Мне кажется, что я даже одним смогу наесться, реально. Ну, Глент, открывай. Не знаю, как это открывать. Это мечта для всех сладкоежек. Прикиньте, такую сумочку в школу носить. Точно вся школа удивится. О, я открыл. Так, давайте выберем. Достаю малыша. Какой он огромный! Сравним с оригинальным. Ну, это действительно большая пачка, да. Кусай, 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 кусай. О, ля-ля! Ну-ка, а у тебя, Риви, что? А у меня, смотрите, совсем малипуська. Так, я даже боюсь это открывать. Вдруг раню их. Опа! Опа, киткот! Смотрите, какие пупсики! То же самое, очень-очень вкусно. Мишка, нужно ли поставить лайк А4 продакшн? О, да. Махает? Это же не продается, это нужно было создать. Ну что, ребята, вот таких вот прикольных медведей начался этот ролик. И очень интересно, что будет дальше, поэтому переходим во второй раунд. Ой, хочу большой, хочу большой, большой. Ранчи. Кто нажмет? Нажимай. Пожалуйста, большую. Yes! Кранчи еще будут мои. Они есть полные. У тебя что это? Это просто брелок на ключи. Вот, смотрите, куда это. Сюда вот маленький карман джинс. Класс. Положил, ходишь, потом такой, оп, достал. Я хочу такой брелок. На ключи повесил, такой, опа. Ребята, они такие тяжелые, это жесть. Ей укрыться можно так и спать в обнимку. Давайте сперва взглянем на классические кранчи. Мы не просто взглянем, мы еще покушаем. Кранч выглядит вот так. Вот такая вот пластиночка. Похожа на лавашик или так на чебурек со специями. Хрустит, внимание. Прикиньте, как эта штука хрустит. Годите-ка. Пожалуйста, просто на тест. По одной, по одной. По одной, конечно. По одной. Однозначно. Блин, как это вкусно. Ну что, открывать свою. Очень интересно, что тут. Ну давай начнем с твоей. У меня малышечка такая. Сейчас, во. О, там вообще малютки, смотрите. Они прям... Сейчас попробуем на вкус. Это. Кранчи в виде тик-така, что ли? Так даже как будто тоже прикольно есть. Ну, это пачка для гигантов, ее невозможно открыть, поэтому вот, у меня ножницы. Давай помогу. Аккуратно, давай сзади. Чёрт, я смотрю первый. Я не вижу, куда резать сейчас пальцы от рук. Я стараюсь. Не смотри, не смотри. Всё, всё, всё. Всё. Я отрезал, я не смотрел. Секунду. Нифига себе! Обалдеть, Сань, скорее. Посмотри. Ну, так а нам показать. Подождите. Сколько тут приправы? Ладно. Скажите. Ладно. Интересно, интересно. Ладно, ребята, так уж и быть. Поделюсь. Чего?
Чего? Отломай. Отломай кусочек. Смотрите, сколько приправ. Посмотрите, просто один в один. Крошки бы добрал. Крошками можно наесться. Вот крошки падают. О, это моя. Дай целую, ну, жадина. Целую? И реально приправка, все есть. Типа попробуйте, нормально. На. Там оно. Ого. Пока нам вкусные. Ребята, я очень хочу такой себе. Вот это кранчик, вот это понимаю. Если все кранчи сложить из этой пачки в одну, мне кажется, получится как раз вот такая. Так, давайте быстренько эксперимент проведем. Ребята, лайк, кто мешает попробовать вот такую огромную кранчищу. Посмотрите, как раз таки вот. Мы еще съели, конечно, полпачки. Это 45 кранчинок, из них вот целая кранчища. Так, а теперь я, смотрите. Так удобнее есть, берите. Ты чё? Я с друзьями делюсь. Мне больно. На, держи, похавай. Команд, молодец. Нормально у тебя рот. Откусил, так откусил. Ребята, очень вкусно, но нужно двигаться в следующий раз. Ну а вам рекомендуем, конечно же, покупать вот такие вот А4 кранчи. И, конечно же, другую А4 еду. Очень вкусно. Сюда. Я обожаю. Это вообще просто сочетание. Мне маленькую. Мне огромную. Ладно, обычную мне. Спасибо, Глеб! Сила! Йогурт! Открыл! Ё-моё! Это чё? Это мне на 2 дня хватит, прикиньте! Серьёзно? На год! Слушайте, хоть это и большая пачка йогурта, но она все равно выглядит маленькой. А у меня, смотрите, чисто еда для кукол. Это не может быть настоящая еда. Это вот как раз твои ногти. Просто так вот возьмёт, так вот зачерпнёт. Это что такое вообще? А прикинь, такой ложкой по лбу тебе папан даст. Большая упаковка. Поделись с близкими. Тут можно реально на всю семейство, на весь рот раздать реально. Тихо. О май гад. Мне кажется, одной ложкой можно наесться. Вот это вообще. Блин, у меня вообще скукота полная, просто йогурт. Смотри, он пожирает, надо его спасти. Ставьте, вот в общагу ты приносишь такое к студентам, говоришь, это на всех. Ну, я клубничку. А мне. Дай, сейчас, Аня. Я из ложки своей нажал. Ребята, вот это реально вкусно. Просто это клубника. Подожди, так отдай ей клубнику, нашпигуй. Ладно, давайте докину. Открывай. Вкусно? А вот так вот. Очень! Туда, бам! Открывай свой уже, на зубок. Это прям реальная пластиковая мини-упаковочка, посмотрите. Опа. А что тут ложка? Не льется. Весь йогурт упал, смотрите, вот, видно. Да, я добавлю. Держите. Ну давай ты там без слюней. Да. Супчик, а знаете лайфхак? Если бы у тебя ложки не было, то ты бы вот этой оберткой ел. Берешь вот типа вот так, да? Взял ложку и просто... Да, так я всегда делал, если ложки нет. Ребята, это настоящее чудо. Пицца! Большую! Серьезно? Нифига себе! Давайте рассмотрим сначала стандарт. Вот так вот выглядит стандартная пиццуля. Ой-ой-ой-ой-ой. Это заявочка. Так, я открою маленькую. Интересно взглянуть, что же у меня там. И А4 пицца. Какая милота. Тесто снизу, посмотри. Можно маленький кус? Я просто беру. Нет. И все, она в рту. Открывайте кабана. Ё-моё, я в раю. А, ребята. Я реально сейчас заплачу. Я тоже, все, меня не трогайте. Следующие 15 минут. Запах просто понюхай. Я на лопатках лежу. А как ее есть? Как тесто. Белиссимо. Обалдеть, какая она гигантская. Просто подержу и проверю. Нет! Все, ребята, давайте правило, что вот чужие пачки нельзя пробовать. Ребята, меня теперь больше не трогайте. У меня только маленькая. Давайте, один укусик делаем. Зато какой укус. Вот если бы мне сказали, ты едешь на необитаемый остров, берешь одну вещь, что это было бы? Огромная 4 пицца! Приеду домой и закажу, точно. Доставка 30 минут, а4pizza.ru. Чик-чик, 2 кнопки нажал, и курьер уже едет. Белорусскую я закажу. И цыпленок ранч. И колесо фортуны. Кстати, нам сказали за кадром, что эту пиццу и эту сделала 4 пицца. Спасибо. Реально, респект от души. Спасибо, ребята. Вот сердечечко вам. Мама Италия. Хоть бы мне маленькие огурчики, не самые вкусные. Соленые огурцы? Глеб, здоровый огурец. Чего? Пупсики! О май гаш!
Там есть огурцы? Да! Посмотрите на Глента. Это на всю деревню, реально. Если бы такие в магазине были, вы бы купили? Это просто мечта деда какого-то. Я, подождите, а мои попробовать? Так, ну мини-огурцы тоже. Вот лайфхак, смотрите, рассказываю. Если вот вы не можете открыть огурцы, вот не получается, надо сделать вот так. Не, подожди, а что? У меня каждый раз справлялась рука. А, выпей, выпей сок. Я не хочу пить сок. Это рассол. Оп. Соленый? Да. Так, я пока что достаю маленький огурец. Размер с ноготь просто. Смотрите, ноготь Риви. Ну и что? Няма? Короче, разберетесь. Чего, как? По нерву я прям слышал этот стук. Да все, не открывается. Ты не попробуешь. А можно твое попробовать? Сейчас будет магия 4 продакшена. И... Опа. Спасибо большое, ребята. Уа! Так. Ням-ням-ням-ням-а. Я очень жду распаковку от Глента. Да как это? Просто. Давай, ты туда, я туда. И... О! О май гад! Хороший. Так, а 4 продакшена, как они это сделали? Мягкий, соленый. Соленый, мягкий, хороший. Короче, это просто не тот сорт огурцов, но если их так нарезать хорошо, все будет нормально. Ребята, у нас, кажется, пирожок. Интересно, он может быть с мясом, с капустой, с картошкой. Со сгущенкой. Опа-на! Да что такое? Опять мне маленький пирожок достался. Пирожок. Вот это плюха бабушки. Это уже не пирожок, это уже торт. Хачапури нормальный. О, посмотрите, какого Влада. Милаха, ломаем пополам и узнаем. Повидло! Это яблоко? Это яблочный повидло. Ну тут вообще просто, ну разве это яблоко? Пирожок ни с чем, просто сантиметр яблока. О, повидло! Дефолт. Так, закидываемся. Так, погнали. И все. О, какая вкусная булочка! Там столько повидло. Ну понятно, ребята, пирожок с начинкой. Большой, маленький и обычный. У меня дежавю случилось. Было такое? Нет, такого не было. Там люди что говорили тебе потом? Мне реально сейчас очень сильно дежавю. Ты тоже так говорил уже. Реально? Реально. Обалдеть. О, смотри, подписчики лайк поставили. Дежавю. Называйте дурку. Подписчики, захотелось лайк поставить или нет? Ну честно скажите. Двигаемся дальше. Что, серьезно? Жвачка? Будет большая подушечка? Так. Опа-на, 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 опа-на. Большая, средняя, маленькая. Погна. Обалдеть, это что, где жука-то? Я чувствую подушечку. Так, ну подождите, открывайте, открывайте. Большой напоследок оставим. Смотрите, жвачка выглядит обычно. Открываешь и выпадает вот так вот подушечка. Здесь все предсказуемо. Открывай свою подушку мелкую. Лео, сам ты мелкий. Ты миленькая маленькая. О, так, я вижу жувку внутри. Есть? Я... Жувку? А что, жувка? Жувка. Жувка. Не жувка. А как ты называешь? Жуйка. Жувка. Что такое жувка? Жевать. Жуйка. Так, ну так все, ты уже выдавливай ее. Открываешь и силища богатырская раздавила жвачку. Так, погнали, открываю. О, смотрите. О, есть, 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 есть целенькая. О, мини-жвачка. О. Я даже не чувствую ее, что я жую. Так, ну а теперь самое время заняться гигантом. Это похоже на подушку уже. Пахнет прям мега мятно, как в бане какой-то чаечек заваривают. Он очень мятный, понюхай. Только понюхать, не кусать. Я тебя знаю. Кусаю, ребята, погнали. Смотри. Жуется? И что, пузырь будет? Да, угодно. Ну, ты уже год жуешь. Да, давай. Ну, так ты посмотри, сколько жвачки у меня во рту. Был, хлопочек был. Такой маленький. Ребята, вы еще раз взгляните на этот размер. Жвачка просто размером с этот стол. Ну и вот, вот этот вот микроб, еще раз. Ну это не микроб. Просто для одной обычной жвачки пачка. Вот, посмотрите. О. Ну что, уже не терпится узнать, что там дальше. Подождите, это что, овощные палочки? Да, овощные палочки, это вообще легенда, реально. Сюда! Ну что мне дадут? Морковку размером с ноготь? Ё-моё! Где можно было откопать такую огромную морковку? Теперь Ри! И теперь я. Вот это фруктовая палочка, я понимаю. А это что, соус? Да. Это что за мелочь вообще? Ну, это понятно, это размер стандартный. Вот, вот это морковная палочка и огуречная палочка, посмотрите. Дайте попробовать, попробовать. Овощи свежие, вкусные. Найс, а соусом?
Вкусно. Соус для овощей. У меня все дефолтненько. Во, сельдерей. Я просто в шоке, что это квадратный огурец. Просто повар так бам-бам-бам обрезал и все. Факел в Майнкрафте. Сейчас все за один раз съем, смотри. У меня точно так же, только вот. Так. Сельдерей. Закусывай, закусывай. Нет. Я обожаю сельдерей. Ну так-то в целом, как будто с утра приятно так взял сразу. Полезный снэк. Опа. Все, вкусно. Бля, реально вкусный соус, топ. Кушайте овощи, ты вкусно и полезно. Так же, как и кранчи. Это абсолютно верно. Морковка кайфовая. Куда полезла? А, да, отдай. Стоп. Ей же нельзя. Отдай. Сори, я забыл, это я. Я вам сейчас каждую лизну. Погнали дальше. Подожди. Нажимаю. Пожалуйста. Yes. Ну что я там поем? Ну я даже вкуса не смогу почувствовать. Кстати, тебя даже не видно. Так, я не верю. What is this? Подождите, а как это? У меня рот не закрывается. А вот это как? Что это такое? Ну смотрите, это прям форма. Ну как это? Смотрите, тут пачка. Как они это сделали реально? Пачка, вон, прям все вот эти штучки такие, прям все на месте. Подождите, дайте посмотреть. Реально такая же, смотрите. Видите, здесь дырка просто пусто. Потому что нутеллы меньше насыпать. А у меня, Влад, посмотрите. Быстрее, ну подай поближе. Вон, видите, тоже есть здесь пространство. Нутеллы не досыпали, понятно. Так, я открою посмотреть, как вообще выглядит оригинал. У-ля-ля! Это вот такие вот палочки. Окунаешь их в нутеллку и раунд. Это самый грустный раунд на земле. Слушай, ну, нутеллы щедро, кстати, налили. Да. У тебя одна палка. А можно было несколько палок? Просто один боб. И все. Еще чуть-чуть есть. Все? Ну это как тестер, знаете, когда духи продают, вот тестер стоит, ты пшикаешься. Вот то же самое здесь. А это вот премиум подписка. Смотрите, целый багет. Тут куча нутеллы. Она бездонная. Смотрите. Ну закидывай уже, попробуй. О, ПП. ПП пошло. Как вкусно? Очень вкусно, ребята. Так, давайте посмотрим, что там вообще. О, круто. Это круто. Куча вот таких вот палочек берешь. И погнал просто. Хоть у меня и есть нутелла, но у меня слюнки текут реально. Мне кажется, надо уже останавливать раунд, а то она... Ну, ее придется ее выкатывать потом с ангара. Через ворота. Смотрите. Просто ведьма варит там что. Да. Следующий раунд. Это что? Это петушки на палке. Ну, давайте узнаем. Угли, это большой леденец у меня, средний, у Риви маленький. Но это вообще реально пробная версия, просто вот, купите платную подписку. Так, ну у меня обычный леденец. Ребята, я предводитель. Я иду, у меня посох. Это реально, да, это жезл. Ну по цвету, Король, я король. Так, а ну-ка. Да. Ой, кислота там вкусненькая такая вот, лимонная кислота. Я не знаю, сколько нужно его поедать, чтобы весь съесть. Ну, блин, он прям твердый. Но очень вкусный. Так, Риви, а ты со своим что будешь делать? Съем. Да нормально. Ну вот, был целый, стал половинкой. Сейчас я его, кстати, склею. Карамель клеится. Почини. О, и... План сработал. Вот так вот. Большой леденец, средний, маленький. Ну что, Риви, давай уже, закидывай. Все, конец. Леденец обалденный. Сахарочек вот этот подпаленный. Это очень круто, очень классно, очень поднимает настроение. Погнали дальше. Что? Шокобат! Шокобат здоровый! Я очень хочу это увидеть! Я большой! Ну, средний шокобат это тоже неплохо. Тащите! Можно! Это просто портфель! Как? Как школу, ребята! Это для рисования! А может реально попросим у А4 продакшн сделать зип такой и, ну, как будто... Такая сумка? Ну да, как сумка. Ребята, монтажеры, приделайте шлейку. А? Круто. В общем, это огромный, здоровый, вот такой вот крутой батончик. Омага!
Возможно, многие из вас еще не в курсе. У нас, да, есть такие вкуснейшие батончики. Хочу вас познакомить, чтобы знали средние размеры и потом удивлялись высоким. Вот такой вот огромный батон. Внутри у нас нуга, орешки, шоколад, на вкус песня, вот просто мед. Не знаю, что они туда кладут, но очень вкусно. Ой-ой-ой-ой-ой. Так, я открываю батончик и вижу уже там... Пути-пути! Знаете, что мне в голову пришло? Вот такого вкуса ореха нет в других батончиках вообще. Вот орех, арахис, да ну? Вкусный. Такой прям чувствуется из Африки, привезенный, собранный недавно. Вкусила? Покажи, что внутри. О, реально арахис чувствуется. Нуга, орешек вижу. Все там есть. Ну что, я открываю вот этого монстра. Отрезаем, чтобы было все аккуратненько. Такую пачку хочется как-то сохранить. Карета. Ой-ой-ой-ой-ой. Смотрите, сейчас вывалится гигант. Опа, опа. Какая красотень, Влад. Дай попробовать. Ну, укуси. Нет, нет, нет. Ну так я нельзя, ну такие правила. Почему так за пиццу не дали? Да она только, да, я говорю, она только шоколадку укусила. Весь вкус можно распробовать, только если разрезать. О, смотрите, засканировали. Тут есть QR-код, который нельзя смотреть. Нельзя смотреть. Нельзя сканировать. А ты зачем показываешь? Ну, ты вот реально. А, и там можно написать. Что написать? Твое мнение написать, советики. Что нравится. Пишут, ого. Мега вкусно. Мармелад, пожалуйста, жвачку ПЖ. О, спасибо, ребята. Так, я погнал разрезать. Прикиньте, такой на день рождения тебя заносит торт. О, как он разрезан. Ё-моё! Это что, с кукурузными палочками? Это блобсы. Посмотрите, здесь написано. Шоколадный батончик с ванильными блобсами. Дайте блоб. Это есть, это блобсы. Это блобсы. Дайте блоб. Я не могу. Можно я просто вот, я не буду кусать, я вот хочу вот эту вот штучку. О, мага! Давай, отрежь мне вот именно вот эту вот ногу. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, пробую. Такая обожженная нуга. Куда? У нас правило. Ты только что кушал. Ну я ему чуть-чуть. Что хочешь? Хочешь шоколадку? Блобс. Да. Хочу блобс. Блобс! Спасибо! Вы когда-нибудь видели такое в шоколадках? Я вот ни разу. Но все равно, самая сбалансированная форма, вот это, конечно вот же, она. Вот здесь. Лучше нету. Тут все идеально. А покажи блобс. Ой-ой-ой, эти блобсы самые вкусные. Оп. Вот, смотрите, вот арахис. Реально, посмотри, похоже. А вот эти пористые штуки, это блобсы. И они реально мега вкусные. С чайком с утра, чтобы глюкоза, так сказать, пошла. Вообще то, что надо. Так, берем батончик и... Кусь. Ну вот кто сейчас завидует? Вот скажите, вот кто завидует? Напишите в комменты. Вот вы бы хотели так откусить? Я бы очень хотел. Я доедаю свой шокобат. За раз, все, последний раз кусаю и... И двигаемся дальше. Сырок! Глазированный! Ой, нажимаю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Сейчас будет кушать, кушать много будем. Сырок глазированный. Раз ложка, два ложка, три ложка, четыре, пять, шесть, семь. Вот столько ложек. У меня хотя бы больше, чем у Влада. Я на зубок. Попробуешь. Чё это? Он такой холодный. Конфетка. У меня бэби сырок. Открываем. Ой-ой-ой, о магаш. Ну, растаял. Ну, я попробую кусочек, конечно. Да целый кушай уже. Да что это за укус? Такой маленький, ты не съешь весь. Вкусный, но... Я думаю, у вас будет вкуснее. Открываем, что у тебя? Ой, я обожаю сырки. Завтракать сырками, ням-ням-ням-ням-ням. Я обожаю завтракать овсяной кашей до 4. Сырочек. О, вот это оригинал. Вот это так и должно выглядеть. Оп, и... Я, кстати, давно сырки не ел. Я тоже, ребята. Что там в центре? О, сгущеночка есть. У тебя тоже была? Так, я разламываю и... Так, сгущеночки. Была! Есть! Чуть-чуть есть. Ребята, запомните, сырки с вареным сгущенным молоком – это лучшее, это что можно вообще выбирать из сырков. Так, как он открывается? Опа, как портфель. Лимузин. Лимо. А как он выехать должен? Не понимаю. Что? Ой-ой-ой-ой. Дай на ноготь. Стоять. Саня, что ты спойлеришь людям? Опа. О, да. Все, пошла. Ой, моя красавица, моя. Тихо. Ну кто вот сразу на середине? Тебе... Поздоровайтесь и отдайте назад. Я в шоке, я о таком даже мечтать не могла увидеть огромный сырок в жизни. Кабан, дикий кабан. Ну что, грызанешь, кусанешь? Да. Борода. Реш.
как мягко он это сделал, посмотрите. А что там внутри? Сюда! Сгущенка. Так, тише, тише, ребята, не паникуем, сейчас попробуем. С ножа нельзя есть, примета плохая. Сейчас, подожди, что. Распробовать надо? Я вам хочу сказать, это мега шоколадно, мега вкусно, мега творожено. Это просто, знаете, вот любой вкус умноженный на 300. На сколько? На 300. Чего так много? Просто очень вкусно. Берете, вот смотрите, здесь шоколад, здесь у нас сгущенка, здесь у нас творожочек. Глинтик, ну не жирно ли? Слюнки-то текут. Нет, нет, ребята, это эксклюзивный вкус Only For Me. Это реально Special Edition. Бабельгам! Напитки! Как сделать большой напиток? Как? А вот эти кокосовые желешки внутри, как они будут выглядеть? А вот так я вам сейчас расскажу, как! Что-то там подкрутило. У меня классика, но очень интересно посмотреть на большой. На глоточек, мне глоточек достался маленький. Пожалуйста, принесите, покажите эту пачку. Ну что, как делаем? Вместе открываем, по очереди. Я обиделся, я хотел большую. Два, три. Смотри, реально это... Бидон. Здесь есть открывашка. Ребята, это мой happy day, мой lucky day. А вот это вот что за... Ну, маленькая. Смотри, снизу прозрачно. Как А4 Production сделал такую банку? Есть информация вообще? Миленько. А подожди, она открывается или нет? Посмотрите, давайте. Что-то есть. Оп. Оп, трубочка маленькая, засовывается. А желешка сейчас, есть? Попытаюсь. Есть мини-желешка. Есть. Так, смотрите, у меня вот здесь все плавает, там все летает, все видно, все настоящее. Напиток Bubblegum с кусочками кокосового желе. Ай-яй-яй. Мой любимый напиточек. Загруз. Пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу-пиу. Реально, у меня ассоциируется это вот как батарейка. Выпиваешь сразу просто. Побежал. А еще как ее открыть? Ну, туда дави. Оп. Что там, есть что-то? Открылось. А что, как налить или что делать? Во, там желешка. Так, а что, есть? Покажи. Есть их много. Дай поймаю желешку. Давай, затягивай. Ну, ты оставляешь это вакуум. О, пошло. Вакуум сделай. А можно я просто вот так вот? Так, а что ты хочешь? Поднять? Давай. Я просто отойду на всякий. Давай, попробуем. Я хотела так снять. Что за читерство? Помочь? Ой-ой-ой, сколько их. Ой, все, пью. Поближе. Вот это, конечно, бутылочка. Мне, к сожалению, вообще не хватило. Вообще, даже вот только хватило на язычок попробовать. Вот у меня сбалансировано, четко, удобно, просто... Ай-яй-яй-яй. Ребята, рекомендую. Такое можно купить в Dixie, в Магните и попробовать попить. Вкусняха! Компот в школе приносят? Реально. Я же говорила, я знала! Смотрите, какая желеха. Вот это надо попробовать. Это вообще что за... Ну, кусай, глотай. Это что? Есть там еще? Железина, на. Да, есть, слышу, чувствую. Короче, давайте такую школу, а мы двигаемся дальше. У нас баночка питьевого йогурта, и большая достается мне! Опа! Мне средняя. Матрешка. Выпить надо будет все. Так, подождите. Давайте сначала познакомимся с обычным нормальным питьевым йогуртом. Ну, можно вот так вот открыть и попить. Так, ну тут, смотрите, здоровенная, огромная крышка. Оп, и... Ай, дай загляну. Дайте-ка посмотреть, что там. Йогурт, ребята, питьевой. С кусочками чего? С кусочками... Персик, манго, дыня. Давай. Так, пахну сейчас и... За маму. Как подсербанул. Вкусно? Да. А как вам такое? Открываем. Вкусненько. Да, так подзарядился и все, пошел дальше. Так, ой-ой-ой-ой-ой, да тут полно. Нифига себе. Дай сюда, дай сюда. Дынька, йогурт. Ты тут так пьешь и кушаешь. Есть? А я тебе клубнику давал. А можно манго, манго, давал манго. Клубнику, действительно. А можно манго, манго? Манго тут не знаю. Это есть. Дыня? Это дыня. Это дыня, вот. Реально большие фрукты в сочетании с йогуртом, это что-то... Офигенно, ты поел и попил, ребята. Это вообще кайф. Ну что, ребята, с питьевым йогуртом все. Ну и в целом, как и с роликом. Ребята, спасибо, что досмотрели этот ролик до конца. Обязательно ставим лайк А4 Продакшену за эти пачки. Я бы даже сказал, за эти пачища. Ролик получился действительно крутой. Напишите в комментариях, что больше всего вас удивило. Ну а мы будем прощаться. С вами был я, меня зовут Влад А4, Глент, Ри. И всем пока!